Антон, здравствуйте. Это овчарка Герта. Мы нашли ее на улице. Соответственно, мы мало что знаем о ее прошлом. И имеем то, что имеем. Герта панически боится людей. Раньше у нее была сломана лапа, мы мало гуляли. Сейчас гуляем более активно и стали замечать, что паника у собаки просто сумасшедшая, как только кто-то появляется рядом. Это могут быть мужчины, женщины, девочки, мальчики, совершенно не важен ни пол, ни возраст. Паника может достигать такого размера, что Герда просто-напросто писается или какается. Часто это происходит в лифте, когда кто-то заходит, двери открываются внезапно, либо когда двери открываются около подъезда, тоже она может нагадить. Если это на улице, то Герда паникует, она тянет, пытается убежать. Если человек идет сзади, даже если там 30-40 метров позади, в любом случае она нервничает, и гулять с ней невозможно. Моя голубая мечта – это взять собаку на поводок и пройтись по главной улице города. Сейчас такой возможности нет. Как только появляются люди, все, крыша слетает. Я понимаю, что у нее просто паника. Она в этот момент нас совершенно не слышит. И очень хочется прежде всего ей помочь. К сожалению, мы не знаем, что у нее было в прошлом, кто ее обижал, кто что с ней делал. Имеем то, что имеем, и я надеюсь, вы нам поможете с этим справиться, потому что мы не знаем искренне, как бороться с этими страхами собаки. Вот такие дела. Спасибо. Приветствую вас, уважаемые друзья. Сегодня хочу поделиться с вами с очередным моим опытом. Сейчас мы приехали к одной собаке, очень трусливой, которая боится, можно сказать, всего. Людей, детей, машин, улицы, всего. Это овчарка. Кстати, вы знаете эту собаку, многие из вас. Это, помните, у меня было видео «Немецкая овчарка против телевизора», когда эта собака боялась телевизора, облаивала ее, когда ее включали. С этой проблемой я помог по скайпу. А после этого, как у нее зажила лапа, эти люди вышли на улицу. Помните, у нее лапа была ранена в гипсе, сломана была. И вот люди уже выходят на улицу и видят, что их собака абсолютно боится всего. Сейчас ждем этих людей. Посмотрим, как поможем этим людям и этой собаке.